Вещи Робина Уильямса продадут на аукционе. Аукционный дом Сотбис продаст несколько личных предметов покойного актера Робина Уильямса и его супруги. Торги на аукционе с названием «Создавая сцену». Коллекция маршей Робина Уильямсов пройдут 4 октября 2018 года в Нью-Йорке. В коллекции вошли 6 предметов, собранных семьей на протяжении всей жизни. Поклонники актера смогут приобрести как личные вещи, так и предметы со съемок в Эльмах. Ранее сообщалось, что завещание Робина Уильямса запрещает ремейки «Аладдина». Среди вещей актера у Сотбис оказались наручные часы, мантия Гриффиндора из фильма о Гарри Поттере, издание пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании года». Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде. В 2018 году 21 июля актеру исполнилось бы 67 лет. Американский комедийный актер Робин Уильямс умер в 2014 году в результате самоубийства. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.